Удержать от беды. В областном центре прошла очередная массовая проверка водителей. На этот раз в центре внимания госавтоинспекторов соблюдение правил перевозки детей. Здравствуйте, дорожный патрульный службы, на палец Лешков. Перевозите детей? Даже сама закрываете? Все в кресле, все хорошо, да? Все, удачи. Молодцы. Избежать внимания инспекторов практически невозможно. Останавливают буквально каждый автомобиль и проверяют, есть ли в машине ребенок, сколько ему лет и по правилам ли родители перевозят чадо. Автокресло не прихоть дорожных полицейских, не повод для штрафа, а реальная необходимость. Пусть даже родитель на все 100 уверен в себе, как в водителе. На дороге случиться может все, что угодно. Госавтоинспекторы, которые на местах ДТП по долгу службы бывают часто, уверены, без удерживающего устройства детей перевозить попросту опасно. Вспоминается ДТП, которое произошло примерно год назад с участием двух автомобилей. Произошло лобовое столкновение. Пострадали оба водителя, однако в одном из автомобилей был ребенок, который был в специальном детском удерживающем устройстве. Ребенок не пострадал, в то время как родители при лобовом ударе все-таки пострадали. Как оказалось, большинство пап и мам правила не нарушают. В каждой проверенной машине количество детей соответствует числу автокресел. Но это не значит, что проверки прекратятся. Операция «Внимание, дети» продлится в областном центре еще 2 недели. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.